Привет. Я все-таки купила то, что мне нужно было. И сейчас хочу пересадить цветы и немножко поболтать. Вообще цветы у меня уже прям вот все. Алоэ прям вылазит. Они у меня растут просто как на дрожжах. Поэтому я хочу их пересадить. Вообще рассадить. И некоторые оставить вот в этих горшках. И отнести их в подъезд, потому что у нас в подъезде вообще цветов никаких нет. Не знаю, с чем это связано, может быть, ну, люди не хотят, может быть, кто-то просто не хочет делиться цветами, хотя, мне кажется, свой подъезд, почему бы и не облагородить его, правильно? В общем, нужно приступать. Знаете, я в последнее время понимаю, что все, что я говорю на камеру, свои мысли какие-то доношу людям, пытаюсь донести, не все понимают это. Не все понимают, вернее, о чем я говорю. Потому что, когда я снимала ролик про то, почему мы ненавидим друг друга, про то, что мужчины выбирают больше похотливых женщин, чем обычную женщину, которая будет тебе опорой всю твою жизнь, которая будет тебе другом, любовницей, я не знаю, женой, матерью твоих детей. Нет, мы выбираем шваль, от которой мы потом плюемся, и после чего мужчины говорят, что женщины все такие, женщины проститутки, все хотят бабла, вы сами выбираете таких, не все такие женщины, понимаете? Я, допустим, знаю таких женщин, которые прожили со своими мужчинами вне брака, вообще не расписаны, прожили больше 10 лет, у них есть дети, у них есть общее имущество, и она с этим мужчиной была самой бедности. Они выросли вместе. И это не единицы, вот поверьте мне, не единицы. Но понимаете еще в чем прикол? В том, что когда я что-либо говорю на камеру, да, что-то подобное, то многие люди думают, что да вообще что она может понимать? Либо есть такие, которые, допустим, говорят, что здесь много мелочей, ты не можешь прям вот одну ситуацию взять и обсудить, обрисовать. У этой ситуации может быть много подводных камней, может еще что-нибудь быть. Понимаете, я не беру какой-то конкретный случай, да, какую-то конкретную ситуацию, я говорю в общем. И в общем, если я сказала, что, блин, ну мужики падки на таких баб, а потом сами жалуются, значит, я об этом конкретно и говорю. Я не говорю о том, что вот этому мужику где-то не везло, вот еще там что-то у него случилось, бедный он, несчастный и все такое, ему не везет, или ему больше нравятся такие, да и Господь с ним. Я просто конкретно сказала об этом, и все. И больше вообще не может быть никакого разговора, понимаете? Вот если я говорю, что чай горячий, значит он горячий, блядь, и нет ничего больше. Не может быть, что он может остыть, или, я не знаю, может быть, он не очень горячий, стоит попробовать его. Нет, ничего не нужно сюда приплетать, просто нужно принять тот факт, что чай просто горячий. Ну, это как пример. Я думаю, люди, те, которые умеют абстрактно мыслить, и у них мышление неординарное, они меня понимают. Меня просто удивляет, что некоторые люди не хотят понимать, вот просто не хотят и все. Понимать, что я хочу донести, что я говорю, просто пишут какую-то ересь, типа, да ты ничего не понимаешь, ты, ой, да что ты нам тут паришь, ты, как мне один написал, ты, блин, нам здесь говоришь то, что мы хотим слышать. Вообще никому никогда не говорю то, что он хочет слышать. Если вы услышали в моих каких-то высказываниях то, что вы хотите слышать, это ваши проблемы, это вы в себе должны разбираться, это значит, вы услышали то,
Не я сказала это. Понимаете, когда человек говорит, что хочет услышать другой человек, то он, значит, знает в какой-то степени этого человека. Либо он в психологии как-то разбирается людей, и по каким-то ужимкам мимики и по жестам он понял какой-то человек, да, и может им как-то манипулировать. Я не такой эксперт, и я просто общаюсь. Я не понимаю, почему у людей такое вот желание обосрать кого-то. Вот просто сказать не пойми что, пробегал мимо, вот как я говорю, реально, плюнул и побежал дальше. Я не понимаю этого, вот честно. И понимать не хочу, я не считаю это нормальным. Это не нормально. Нормально это когда человек действительно подумал, обдумал, услышал чужую точку зрения и понял, нужно ему это вообще или не нужно. Ну, сама точка зрения других людей, нужна она или не нужна. Если не нужна, то человек живет себе дальше и сам наступает на свои грабли, сам живет так, как он живет. Но, блин, вас никто не заставляет, правильно? У меня же нет посыла в роликах, чтобы слушайте только меня, делайте, как я сказала. Боже, понимаете, вот реально, иногда читаешь комментарии и думаешь, блин, да я что тебя заставляю смотреть? А что ты у меня в рекомендованных? Спроси у Ютуба. Ты кликаешь на всякие видосы, а подобное тебе вылазит. Не сиди на Ютубе, иди, копай огород, сажай картошку, и будет тебе счастье. Какого хера вот прийти на любой другой какой-то канал, оставить недовольство свое какое-то, высказать претензию еще какую-то, а потом еще просто и видите ли, а что ты у меня в рекомендованных? Да не смотри мои ролики, и не будет у тебя в рекомендованных всплывать моя моська. Все. Все решается очень просто. Люди такие какие-то, вот понимаете, пуп земли сидит такой дома, да, кликает мышкой, и все к нему приходят, все от него, от бедного что-то хотят, вот реально, понимаете? У меня лично такое ощущение, что бедные людишки, которые меня смотрят, ой, я им так навязываюсь, я их так задолбала уже, да задолбала, не смотри, не смотри, вот одним словом. Какого хрена мне об этом высказывать, честно? Я тебе не прихожу и не высказываю, какое это говно, поэтому не нужно мне высказывать, понимаете? Просто прежде чем вообще взять кого-то, обосрать, нужно задуматься, а тебе было бы приятно, если бы тебе сказали такое? А тебе было бы приятно услышать в свой адрес такое? Никто у нас вообще абсолютно, понимаете, никто не задумывается, а ранит это какого-то человека или не ранит. Понятно, что всем пофигу, да, на друг друга. Я не говорю, что все должны очень печься, да, о друг друге, очень как-то, знаете, вот без мыла в жопу лезть. Нет, я не говорю о таком, но вести себя адекватно, по-человечески, это, мне кажется, должен делать каждый. Вот просто должен, обязан, вот действительно обязан. Мне какие-то вот утырки пишут о том, что ты приехала в Россию, будь добра, считайся с нашими этими правилами, с нашими просьбами, мы просим тебя, типа, быть, разговаривать так, или выражаться не так, или еще там что-то делать, будь добра, выполняй. Да какого хрена я вообще, вот честно, должна слушать кого-то, вот, знаете, там вот сидящего, и делать так, как он мне говорит. Вот беспрекословно, понимаете, я должна исполнять все, что мне там кто-то вообще сказал. А если мне кто-то вообще напишет, спрыгни с 8-го этажа, я должна побежать бегом, мне же написали, иди там, я не знаю, переспи с кем-нибудь или еще там что-нибудь. Я должна сразу бежать, что за загонива, вот честно. Люди, вы откуда все повыходили, повылазили? Я просто вот честно удивляюсь, просто удивляюсь. И да, мне многие пишут, что ты удивляешься там каким-то простым вещам.
Блин, ну я человек. И человеку свойственно либо удивляться, либо быть безразличным, испытывать какие-то чувства. Зачем писать? Ну, мне кажется, вообще бесполезные какие-то вещи. Я, честно, вот открыта для каких-то предложений, каких-то советов действительно дельных, жизненных. Не тех, которые там посоветовал какую-то херню, блин, и причем ждет от меня, чтобы я выполнила это. Да никогда в жизни, у меня же есть свои мозги, слушайте, я не первый день живу на этом свете, и хватит уже делать из меня тупую, кое я не являюсь. Кому-то, может быть, это и выгодно, да, делать из меня дуру, считать меня такой, постоянно мне писать об этом, но я такой не стану, понимаете? И от того, что многие считают, что мне нужно делать вот так, или делать так, или слушать, или что-то еще делать, я не стану это делать сразу же, беспрекословно. У меня есть свои мозги, у меня есть еще своя семья, мой парень, с которым я советуюсь по каким-то вопросам, правильно? Если мне даже кто-то где-то что-то посоветует, это не значит, что мы сразу эх, взяли, побежали и давай делать сразу. Нет, у нас есть своя жизнь, своя голова на плечах. Как-то мне кажется тупо, да, у меня не какой-то канал, знаете, а вот вы мне скажите очередной челлендж, который мне нужно там снять. Нет, я снимаю, блин, не знаю, о своей жизни. Кому это не нравится, можете не смотреть. Вот честно, не заставляю никого абсолютно. Да, многие мне там пишут, вот из-за такого поведения, типа, ты такая неблагодарная, такая, блядь. Я не останусь, понимаете, вот молча сидеть. Я выскажу свое мнение. Я скажу человеку, что он дурак. Просто дурак, блин. Потому что он ведет себя непотребно. Я это высказываю. И многим это не нравится. Потому что некоторые блогеры их игнорят, некоторые блогеры, блин, просто забивают, либо плачут, бегут. Я не из тех, поэтому многих это бесит. Какого хрена какая-то, как многие считают, проститутка будет им тут что-то рассказывать еще? Никому не навязываюсь, вот честно. Мужчины по поводу того ролика, что я снимала, понимаете? Если мужчина сейчас гуляет с красотками, это не значит, что он останется один. Я говорила о тех мужчинах, которые вот сознательно делают такой выбор, причем с возможностью на будущее. Типа, эта красотка будет им и матерью их детей, и будет и любовницей, и женой. Но нет, такого не бывает. Бывает, я сказала опять же, это по залету, или единицы, которые, красотки, которые остепенились, да, осели, так сказать, осознали свое предназначение, да, или отдались просто семье. Но опять же, это подводные камни, нюансы какие-то, которые я не обсуждаю. Не хватает одного ролика, чтобы все в нем обсудить. Поэтому я как-то говорю сбалансированно и кратко. Но не нужно писать о том, что я якобы ничего не понимаю. Я понимаю, но при разговоре бы вживую я бы с вами обговорила всякие мелочи. Но когда ты снимаешь ролик и хочешь донести конкретную информацию, тебе нужно сжать информацию вот с такого до вот такого, чтобы ролик прошел, чтобы ролик зашел, чтобы люди его посмотрели, чтобы заинтересовать кого-то. А просто снимать в пустоту тоже, знаете, как-то не очень охота. Не вижу смысла тогда вообще что-либо делать. Хочется общения какого-то. Но не общения, а просто чтобы мне написали: «Да ты ни хрена не шаришь, блин!» Я то же самое могу сказать и про любого из вас, правильно? Но это же не будет правдой. Это не значит, что это правда. Но почему-то все очень-очень даже уверены, что они правы. Ну, окей. Вот честно, реагируйте проще на то, что я высказываюсь как-то, люди говорят. Потому что, ну честно, ощущение, что ну, неадекватные люди абсолютно. Да, я также, бывает, реагирую на некоторые высказывания людей. Я не понимаю высказываний, когда там я, допустим, просто там обмолвилась о том, что ну там заболела и все такое, как бы никто не просил, да, там сочувствия какого-то, там сплакнуть со мной, да, там бухнуть, я не знаю, там на этой почве.
никто вообще не обмолвился ничем таким, но некоторые расценивают это как будто там жалость какую-то, я не знаю, вызвать хотят. Не знаю, может быть, кто-то из блогеров так и делает. Мне это нафиг не нужно, понимаете? Я делаю свои какие-то дела и делюсь ими. Все. Я не собираюсь плакаться на камеру. Да, может быть, когда-то до этого и дойдет, не знаю, когда я там заною. Но, блин, я надеюсь, что это будет не скоро. И вообще не вижу смысла в этом. Мне кажется, как только дашь слабину какую-то, то все, сразу на тебя полетят просто куча негатива, Марьяна Ро и все остальное. Но опять же, если вы смотрите блогеров, лайв-блогеров, то рано или поздно человек, который снимает, улыбается на камеру, который рассказывает какие-то курьезы, смешные ситуации, который просто ведет себя как-то... В общем, человек-компания, да, человек такой с душой. Понимаете, учитывайте тот факт, что рано или поздно у него настанет какая-нибудь жопа, как и у любого другого человека. И реагируйте на это немножко проще. Вот реально проще реагируйте. Потому что с такой реакцией, как у многих, которые мне там пишут, что «Да ты не больна, хули ты придуриваешься там, лишь бы там, я не знаю, в комментариях срач какой-нибудь был и все такое». Так ты сам разводишь этот срач. Никто тебе ничего не сказал делать. Не было в видео никакого призыва, правильно? Я не знаю, пишите мне там, мне так плохо, я не знаю, еще там что-нибудь. Высказываются просто эмоции. Показывается на камеру то, как бывает в жизни. Да, я понимаю, вы все об этом знаете, что бывают жопы в жизни. Зачем это типа показывать? Но это моя жизнь. Вот что. Это моя жизнь. И, блин, я решила вести канал, я его веду так, как я хочу. Я хочу показываю что-то, хочу не показываю что-то. Поэтому я не знаю, как можно вообще взять кому-то сказать, что ты не делай чего-то. Или наоборот, ты возьми, сделай вот так, а не вот так. Как-то это вообще тупо. Вот реально тупо. Меня это вызывает негодование. Обычное человеческое, опять же, негодование. И это нормально, когда человек какой-то негодует, тем более по чужой какой-то тупости, которая неуместна абсолютно. Ладно, если бы я сказала, что мужики действительно все козлы и твари, я бы еще, вот, знаете, как-то, ну, может быть, задумалась бы действительно над некоторыми комментариями, что, может быть, там, я чего-то не понимаю, может быть, я жизни еще не видела, может быть, я чего-то не знаю. А так, понимаете, я рассуждала, и я именно вот обсуждала то, в чем я осведомлена. И кому это не нравится, ну, никто же не заставляет вас иметь такое мнение, как у меня. И у некоторых там пуканы погорели. Я, допустим, знаю некоторых... Да и вообще, в принципе, я более-менее знаю мужчин, да, и в принципе все любят красоток и любят погулять. Но одно дело, опять же, когда ты погулял и остепенился, да, и ты понял, что нет, не такую я хочу себе жену, а вот такую, допустим, ну, из простых. Она красива, она умна, она вот хочет семью, а не салоны, машины и дискотеки всякие. Понимаете, просто есть различия в том, что я говорила, и я это просто подчеркнула. И одно дело, когда есть мужчины, выбирают именно осознанно, делают какой-то, да, выбор. Вот типа, я хочу быть таким вот утырком, без семьи, в 60 лет, без внуков, без жены постоянной, трахать баб налево-направо, и при этом быть несчастным и сетовать на судьбу. Типа, вот не подвернулась мне ни одна. Да ты не искал, вот я об этом и говорила. Я уверена, что, опять же, не все меня поймут, но я уже не знаю, честно, как тут объяснять, как еще изъясняться так, чтобы было понятно всем.
всем. Ну реально, YouTube это такая платформа, в которой просто видишь реально, какие люди могут быть. Ты видишь то, как вообще в жизни обстоят дела, но через призму YouTube. Блин, ну в любом случае, понятно, интернет, ты там кому-то где-то испортил настроение, развернулся и пошел, и даже не задумываешься о том, что там у человека, как там у человека, ну и хрен с ним, как бы его проблемы, да? Я не знаю, вот у меня никогда такого, вот честно, не было, чтобы взять кому-то из блогеров, написать что-то плохое, даже не целенаправленно, а просто вот мне что-то не понравилось, мне что-то не нравится, я закрываю и не захожу больше к этому блогеру. Или смотрю видео выборочно, вот реально. Еще, знаете, меня поражает, когда люди делают выводы, основанные вот реально на одном каком-то мнении, на одном ролике. Не смотря другие ролики, не зная вообще, какой я человек, делать какие-либо выводы. Вот это сразу показывает натуру человека и вообще его мозговую деятельность, потому что нельзя никого, вообще ни про кого что-то сказать конкретно, а вот ты такой, а вот ты такой или еще какой-нибудь, по одному какому-то взгляду. Но это как минимум тупо, я считаю. Поэтому люди, которые мне там пишут, да мне 60, я там, блядь, прошел уже и Крым, и Рым, ну ты тупой, как пробка, просто тупой, как пробка, если ты мне пишешь, что я там дура, я такая сякая, и у меня все хреново будет в жизни, проклинают меня там. Боже, да уймитесь, я же игнорирую все это. Знаете, я даже специально пропускаю все эти комментарии только потому, чтобы остальные, кто приходят, или те, которые, допустим, меня смотрят, ну, с удовольствием, да, чтобы они увидели просто, какие люди бывают. И может кому-то пообщаться на эту тему захочется с кем-нибудь. Я даю свободу выбора. Я никому не говорю, да заткни ты хавала и не приходи ко мне больше на канал. Я же ни одному человеку такого не сказала. Вы можете общаться как хотите, в какой форме вы хотите. Ну, не загинать, конечно, там прям пальцы веером, сопли пузырем. Но в целом вы можете изъясняться и высказывать свое мнение вот реально как хотите. Я никогда не скажу, хватит, прекратите. Я наоборот, я даже кого-то где-то поддержу. Но не для того, чтобы, конечно, срач был. Нет. А для того, чтобы люди тоже находили общение. Кто-то даже вот под какими-то моими роликами находили друг друга для каких-то целей, я уже точно не помню, но кто-то кого-то там нашел, и о, а я там вот тоже живу там, где ты, и все в таком духе. Ну, я думаю, вы понимаете, да, как это обычно бывает, как и на всех форумах. Вот, а мы там из одного города, оказывается, о, да можно встретиться, там, бухануть или еще что-нибудь. Просто это круто, это общение, это прекрасно вообще. И я только за, но я за нормальное общение, человеческое, которое не подстегивает тебя, чтобы набить морду собеседнику, а которая подстегивает тебя все чаще и чаще приходить на эту платформу, ну, соответственно, на тот же мой канал, допустим, да. И не хочется просто видеть рядом даже с собой какой-то мусор, именно мусор. Вот есть чуваки, которые там сидят на моем канале, они меня ненавидят, но они сидят и из видео в видео смотрят меня и комментируют. Причем комментируют надменно. Они считают, что они такие охуенные. Они меня очень сильно цепляют, блин. Ну вот честно, понимаете, попахивает детским садом и маразмом. Вот что-то вот
вот что-то между. Причем между — это не та золотая середина, которую я все время в своей жизни во всем ищу, а это именно та золотая середина, которая вот просто вот рука, лицо. Ну, как-то так, в общем. У меня, правда, не хватило земли немного, но ну да ладно. Так, теперь мне это все еще желательно полить. У меня, правда, ногти просто... Вот просто трэш. Красота! Очень хочу пальму, но я не знаю, какую пальму лучше взять. Пока еще не знаю. Мне из вида пальм, вот что-нибудь, если посоветуете, еще если с фотографиями и с описанием, так вообще будет круто. А пока у нас живут алоэ, еще хочу кактус какой-нибудь цветущий, но... Что-то как-то... У нас просто и так дофига цветов, поэтому мы не очень спешим покупать какие-либо цветы. Надо с этим еще пока разобраться. У меня уже вот 4 горшка я пересадила, рассадила еще один, вернее, еще 2 вот стоят. Поэтому алоэ у нас до хрена, оно у нас разрастается, растет просто как на дрожжах. Но нам столько много не нужно. Я в любом случае потом еще куплю горшки и также половину в подъезд отнесу, потому что горшки, в принципе, вот эти, кстати, не советую горшки брать вот такие в фикс-прайсе, потому что они трескаются. У меня какой-то горшок здесь треснут. Так, не сильно, конечно, но почему-то он треснул. Я нигде не ударяла, все аккуратно, все как бы как положено. Вот. Вот у меня прям трещины две идут. И это только там, где я вижу. Может быть, есть где-то еще. Сами горшки неудобны. Если, допустим, с вот такого горшка, да, мягкого, землю очень удобно, да, вытащить, вытрусить, то с вот такого... дубового невозможно. Вы видели, может, если было видно кому-то, прям руками приходится туда залазить, прям вышкрябывать, цветы ломаются, соответственно, потому что их тянуть приходится. В общем, эти вообще не советую никому. Покупайте только вот такие горшки, вообще дубовые, лучше не брать. Ну, если это небольшой какой-то горшок, который стоит на полу. Но для вот таких вот маленьких цветов я советую вот такие мягкие брать, потому что они удобны в использовании. В общем, ну это как по мне. Я не знаю, может быть, эксперты меня осудят, но мне лично удобно вот в таких пластмассовых горшках. И да, на этом все. Я закончу на этом влог. Надеюсь, вас не очень напрягало своими разговорами снова о том же, о той же теме, что меня где-то кто-то осудил, где-то кто-то что-то плохое обо мне сказал. Я высказываю свое мнение на какой-то счет, на ответ, можно сказать, на какие-то комментарии, вообще просто ответ комментаторам некоторым. Я считаю, это нормально. Вы мне, я вам. Поэтому ну, ничего в этом плохого не вижу. Свойские обычные беседы никогда не были чем-то плохим. Если вам нравится такое, просто сесть, пока я что-то делаю, поболтать. Я только за, потому что у меня бывает иногда много дел всяких домашних. Так, ну я пойду поливать цветы. Вернее, поставлю их в воду. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. Та-а-а!